Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов приедет в Первоуральск. В программе визита посещение нескольких предприятий, встреча с сотрудниками администрации и прием горожан. С самого утра региональный чиновник встретится с заместителем главы Первоуральска по социальной политике, после чего начнется прием граждан. Записаться на встречу можно по телефону. На общение с горожанами у министра запланирован час, после чего Василий Козлов отправится на встречу с предпринимателями.